Доброе утро. А как думаете, почему мы ни свет, ни заря проснулись? Кишан, ты можешь снимать меня с хорошего ракурса? А какая, какой ракурс? Где рабочая сторона твоя? Вот это. Вот это? Все. Все, буду знать. В общем, сегодня у нас съемки по поводу Нового года. Сейчас я надену платье. Здравствуйте. Покажу, какая я стильная, красивая и самая-самая-самая лучшая. Со всеми. Ой-ой-ой-ой, что за звезда? Что за походка? За волосы назад. Ой. Просто нечто. Просто. А с кем? Ты с Май? Ой, Майя. Ты beautiful. До и после. Все, хорошо. Кристина, с Артемом все хорошо? Каждый день спрашивают. Уже устали. О, наконец-то, все. Все донати Артему. Он меня поменял на своего дружка и меня бросил. О, да, хорошо. Блин, опять. Ребятки, вот со Светланой Николаевной. Это мама Никиты Уманского. Красавица, смотрите, какая. Ей 52 года. Просто красотка. И плюс еще 20, да. Все. Очень приятно познакомиться. И мне тоже очень приятно. О, смотрите, какие красавчики два. Катюх. Приятного. Да, смотрите. Семья. О, Артур готовится к пополнению. Вот какие люди в Голливуде. Здравствуйте. Чем пришел, Леш? Отметить последний. Реально? Конечно, Кристина. Все, тебе помогать. Говорят, у тебя проблемы, тут сильные. Спасать меня, да? Ну, ты же знаешь, что у меня биполярка. Да, нет, это жесть. А ты смотришь вообще проект? Смотрел немножко, офигел. С меня? Ну что, ты меня не знаешь? В общем, последний Новый год, который отмечаем вместе. А вы сколько лайков будете? Здесь не все люди, которые еще приехали на новогодние съемки. Самый отвратительный человек. Олечка, Сан, смотрите, какая красивая. Она подарила мне вот такую зарядку на Новый год. Очень приятно. Йодин, кота не дарю. А? Кристин, кота не дарю. Очень красиво. Снимаем с двух ракурсов. Извините, пожалуйста, вы можете петь вживую вот этот ваш отрывок очень крутой, пожалуйста? Какой? Вот который вы с Артемом поете. А, вы потом? У вас очередь, прекрасный голос. Ну, пойдемте. Давайте, подождите. Кристин, проводи до другого туалета. Провожу, спой, тебя провожу потом. Ну, давай. Давай. Идем и пойдем. Зай, давай, пойте это вживую. Хайпует на нас. Да, давай. Красивый голос. Вот это легенда телепроекта «Дома-2». Да, а вот да. Это вообще не, полная нет. Фигня. Да, офигела, что ли? Ешьте колбасу. Вот вы помните сильный. Менщикова или Адеева? Я ставлю ставки на вот этого молодого человека. Нет, перестань вот это вот да, делать. Вот, говори все. Наоборот, объединяй. Надо их одного против другого сталкивать. Адеев против Менщикова. Ну ладно, пап, ты знаешь, что я тебя люблю. Со Стёпой. Не очень красивую женщину снимаю. Это ты из себя? Чё приперлась? Чё приперлась? Не знаю, я здесь как бы находилась. Ты адресом ошиблась. Большой вопрос. Сучка. Прикинь, это мы с Лёшей недавно смотрим, там говорят, без пары участник может находиться 60 дней. Ты что это до сих пор на проекте? Да она застряла. Пока сижу, готовлюсь к Новому году, у меня созрел вопрос, почему мужчины с низкой самооценкой пытаются самоутвердиться за счет женщин, оскорбляя и унижая их. Настя, мало времени. Понял. Так, Бигрина, моя любимая. Настя, ты же как твои дела? Прекрасно, скучаю по тебе, мы малыш. С тобой в одной цветовогаме сегодня. Я тоже скучаю. Так, показываю свой новогодний образ. Смотрите, какое красивое платье у меня, зеленое, просто сногсшибательное платье. Как вам образ?
Ольга Сан, у тебя сегодня грудь нормальная? Не на вырос? Нет, ну слушайте, как всегда, маленькая. Смотри, спасибо, принцесса. Лера будет вместо того, чтобы отдыхать, как мы, сидеть и работать здесь. Где еще можно встретиться, как не на работе? Ю-ху! Да? Моя соведущая красивая. Еще пока не накрашена. Все, мы готовы вас радовать. Мы всегда готовы вас радовать. Подготовили танец, песни, стихи, речь со сцены подготовили, очень интересно. Ждите, 31-го все будет. Что, друзья, уже совсем скоро начнутся съемки «Голубого огонька». Уже дали интервью зрителям телеканала «Юг». Вот такая вот у нас тут прекрасная новогодняя атмосфера. Такая замечательная сцена, которой... Через пару минут начнутся выступления. Это что за зефирка? Господи, боже мой. Так, как вы прокомментируете данное происшествие у нас за столом? Мы привыкли к этому. Я вообще не скоро понимаю, они потрахаются, что нормально. Здесь такое. Это Индиана Джонс, он кого-то... Один раз, как в конце фильма, снял, вот, победил дракона. Это Том Брайдер. Да. Это папа, да. Как-то так. Да. Посмотрите, вон папа Данго сидит. Как вы оцениваете эту пару? Посмотрите. Коль, ты снова это перегибаешь палку со своей любовью? А можно поцелуй, пожалуйста? Мне только эфир надо. Я отметила. Не сняет отношения, посмотрите. Телефон тупит у Коли, как Коля, да? Коля, телефон тупит, как ты, да? WhatsApp сообщение почистил. Коля, Коля. Коля, садитесь сюда. Да. И сегодня нам дают вместо шампанского лимонад Буратино. Вот, это красивая девушка. Яночка называет нам Буратино. Пар нужны сейчас. Ну мы хитрые. Они могут как угодно рассылать мне, а я должен постараться, чтобы все было. Мы подготовили, что мы сделали, чтобы не было хуёво. Это Буратино. Просто вот и все. Да, да? Да, такой сушня. Сейчас все будет. А ваш маникюр можно, молодой человек? Я снял только вчера. Да. Но зато есть у меня вот такая плёточка. Жопкой подставляете, девочки? Так, ну что, вот она моя номинация. Дождалась я в самом конце свою номинацию. Она очень ответственная. Подсказка, за что же мне ее дали. Очень ответственная. В общем, еще одна подсказка. У кого есть, то мечтали бы о такой номинации. В общем, сегодня я плакса. Я горжусь собой. Я больше ничего не могу сказать. Я так собой горжусь. Я не знаю, закончились номинации или нет, но на данный момент у меня больше всех побед в номинациях. Дорогие мои, у меня для вас есть прекрасная новость. Смотрите, что мне сегодня вручили. Если бы не наш успешный ведущий, то, возможно, этого бы всего и не было. Спасибо тебе, Дава, за эти эмоции и за этот приз. Так как в этой номинации участвовали, грубо говоря, мы с тобой вдвоем. Номинация называется «Флирт с ведущим». Такая вот у меня награда. Как вы думаете, в какой номинации? Пишите. Я уже дома. Хочу вам сказать так, что съемки — это такая бессмысленная вещь, на которую я больше не хочу тратить свое время. Почему? Потому что в эфире это вы смотрите максимум 2 часа от силы, а здесь ты тратишь на съемки целый день. Это просто идет куда-то вот в бессмысленное дело. Вот, когда тебе показывают пару раз мельком. Я к тому говорю, что было, конечно же, безусловно, интересно посмотреть, поучаствовать в этом шоу, так сказать, новогоднем. Мы снимали новогодний эфир. Но я потратила целый день, очень сильно устала. Настроение у меня просто, как будто бы просто я выжатый лимон. Поэтому я сейчас 9 часов вечера ложусь спать. Надеюсь, что проснусь уже утром с хорошим настроением, а не посреди ночи. Поэтому я вам желаю...
всего только самого наилучшего, чтобы у вас было настроение лучше, чем у меня сегодня. Люблю, целую, обнимаю, устала, пойду спать. Пришла в Кико купить свои любимые карандаши для губ. Вот, вы всегда меня спрашиваете, какой карандаш для губ. Вот, Кико 536. Мой любимый. Короче, решили с зайчиком посетенок зайти и кушать. Покушать рыбочки, тумьямчика, рисочек. Тумьям. Еще много чего принесут. Я заказала себе устрицы, мои любимые устрицы. Приятного аппетита. Ну, в принципе, качки питаются лососем, рис, еще рис и супчик. Тумьямчик. Всем приятного аппетита. Горло горит? Горит? Да, он не острый. Где бледный, я подзагоревший и, да, похудел немножечко. Не, ребята, у меня никаких детей нету. И жены никогда не было, так что успокойтесь. Бизнес, вы такой элегантный. Кать, не воруй. Он подчистую ворует. Я хочу, чтобы у Артура была щука, наконец-то, ему, чтобы Катя щуку сделала. Парень страдает, не знает, что это. А что вы тут забыли? Он тоже элегантный. Она ему делает, она... Подожди, нашла! А! Нашла!